Украинец устроил смертельное ДТП в Германии. Фатальная авария произошла в ночь на четверг возле немецкого города Фирзен. 40-тонный грузовик с украинскими номерами протаранил припаркованный на обочине полицейский автомобиль и протащил его 200 метров. Погибла молодая женщина-офицер, ее двое коллег-патрульных получили травмы. По сообщениям местных СМИ, украинский дальнобойщик был за рулем пьяным. Количество алкоголя в крови превышало норму в 10 раз.